Что для вас 9 мая в городе-герое Керчь? Ну, для меня и 8 мая, и 9 мая – мои праздники, мои. Первый раз меня привел сюда дед, года 4, наверное, да? И с тех пор я хожу, у меня был свой факел. Это самый главный и трогательный праздник. Я, честно говоря, каждое утро 9 мая начинаю со слез, вспоминая о великих подвигах наших героев, нашей Родины. Подняли священный карающий меч возмездия. Он был поднят в Сталинграде. Пронесли его через западные страны, освобождая народы от фашистского порабощения. И опустили его в Берлине на голову фашизму. А вот тут и закончилась битва за мир. Нет, не дрогнули они. Русские солдаты шли с боями всю войну за родные хаты. Из года в год на вершине горы Митридат в День Победы разворачивается солдатский привал, где все желающие могут отведать блюда настоящей полевой кухни. Эрик, расскажите, пожалуйста, чем сегодня угощают керчан? Сегодня у нас гречневая каша полевая, то есть у нас добавляется гречка, тушенка. Сколько каши было приготовлено, сколько ушло гречки, тушенки? Ушло 35 килограмм гречки, 15 килограмм тушенки. Есть ли какой-то секрет в приготовлении солдатской каши? Может, какие-то волшебные слова надо сказать? От всей души готовили. Запах каши настолько силен, что я просто не смогла пройти мимо и решила попробовать. Я, конечно, не знаю, какой на вкус должна быть солдатская каша, но эта каша потрясающе вкусная. Поздравляю всех керчан с праздником. Дорогие мои, мы вас любим, помним ветеранов, ценим. И ценим то, что они сделали для нашего города, для нас, для наших детей и внуков. Это наша победа. Всем мирного, доброго неба над головой.